А перед началом новой серии я хотел предложить для всех любителей ГТНХ и гречки такого человека, как Ветерок. Вам хочется все больше и больше гречки, вам ее катастрофически не хватает. Это что было? Тогда загляни на его YouTube или Twitch канал, где он постоянно ведет стримы на нашу любимую тему. Он совсем недавно начал постигать сборочку ГТНХ, и ему обязательно потребуются ваши советы и подсказки. Пишите, не стесняйтесь, давайте его вместе поддержим. Все ссылочки в описании. Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новую серию по новым горизонтам Грек Теха. Да, не случился такой вот косячок в прошлой серии. Я вроде там что-то на монтаже должен был добавить вам и сообщить об этом. Но все же, я все восстановил. Спасибо всем, кто об этом написал. Залез через программу, залез в код инвентаря, там залез в доли, повытаскивал все ячейки. Ну, в общем, постарался делать все так, чтобы все вытащить и все, чтобы было хорошо. В итоге раз 5 перезагружал инвентарь и в итоге все достал. Ну, а как оказалось, что-то где-то потерялось, не знаю что, но вот тут даже можно увидеть. У меня не 7 миллионов или сколько там у меня было коптера, а всего лишь почти 4 миллиона. Может быть, где-то еще видно просадки по ресурсам, но это и правда видно. Но сколько есть, столько есть. Помню, что даже содиум у меня был больше, чем копер, а его было у меня 7, значит, его где-то миллионов 12, может быть, было. В общем, потерял часть ресурсов. Но самое главное, что я вернул хотя бы уже хоть что-то. Это очень хорошо. Такие вот дела. Также еще хотел бы сказать отдельное спасибо тем, кто написал такие вот комментарии. Первый из комментариев касается моих пространственных прямопередатчиков. Все, они работают. То есть они также запитываются, все хорошо. Оказывается, их поменяли. Сейчас в них куда больше энергии. Вот вы видите по буферу 500 тысяч, полмиллиона. Раньше было вроде бы 1200. В итоге их нужно было просто заново скрафтить. И в итоге, вот, работают, и везде поменял, по крайней мере, мне кажется, что везде. Так что спасибо тебе огромное за этот комментарий, очень помог. Также мне сказали насчет смога. Ну, помните, я вам показывал картиночки, типа, как должно было выглядеть. Это как бы еще, типа, они тестируют, они как бы добавляли в тестовом режиме. И там просто FPS, говорят, страдает, то есть еще не допилено. Они в этой версии... Не стали его запиливать. Что касается освещения, помните, когда я снял, показывал вам черные точки, что там везде блики какие-то, там желтые, тут белые, тут так далее. В итоге, спасибо огромное вот этому человеку, который написал этот комментарий. Я поднял себе яркость до максимума. Смотрите, видите, у меня вообще больше нет никаких бликов. Я играл все это время на самой низкой яркости. Я поставил очень ярко. Все. Пропали все желтые эти точечки, теперь я больше не парюсь насчет этого. Везде все светло, хоть и хоть и ночь, и я этому чертовски очень рад. Ну, а сегодня я бы хотел бы с вами позаниматься уже наконец-то не ME-системой, хотя я вам бы лучше показал бы. Так, и да, я, наверное, все-таки телепортируюсь и покажу вам, что там у меня получилось. Во-первых, я из молекулярных сборщиков достал все рецепты на сборку. Типа, помните, там ставишь проводочек один, второй, и тут типа двойной достаешь. Это все в молекулярных сборщиках было. Но молекулярные сборщики настолько долгие, что я решил... Ну, вы меня напомнили на стримчике об этом. Я решил отсюда убрать из молекулярных сборщиков все эти рецепты и добавил их в ассемблеры мультиблочные. В итоге к ним сейчас у меня ведут труба.
По этой трубе у меня обычно гуляют компоненты для автомейнтенс хэтча. Но еще также другие каналы решил использовать. Все равно вот эта труба там находится, почему бы и нет. Ну, в итоге, например, тут у меня двойное сжатие. 12, 16, 4, 8. Вот эти сундуки, грубо говоря, если мне что-то нужно будет срочно прям обжать, чтобы я не бегал постоянно, как угорелый, к этим ассемблерам. Подошел, закинул проводочки, смотришь, они у тебя уже лежат готовые. Все. Также, что и касается, например, сделать проводочки, чтобы не бежать к Вайермиллу. Сделать пластину, чтобы не бежать к Бендеру. Болтики и хотя бы вот. Вот это хотя бы добавил. Это уже плюс, как я считаю. И это смотрится даже неплохо. Так что, думаю, даже вот такая вот система уже заслуживает от вас лайкусика под этой серией. Что касается самой системы. Тогда все работает. Ячейки поставил, новый ПК. Ну, там парочку воткнул и все. Здесь у меня такая вот штука. Когда я ее запустил, она, оказывается, у меня это не прогружалась. Она такая... И обрывалась, и все. Я не знаю, что делать. В итоге решил сделать к ним напрямую кабель. Поставил здесь еще один беспроводной соединитель. И просто напрямую сейчас сразу с МЕшечкой соединил. Так, думаю, будет попроще чуть-чуть МЕшечки мои. Грешил я еще на то, что, может быть, из Extra Cells они не работают, вот эти Craft Storage. Добавлял из AE просто хранилище создания. Но потом разобрался, все-таки нет. Ну, все работает. И то уже хорошо. Очень радует. Еще пока, конечно, не тестировал, как она справляется со своей задачей. Для этого нам нужно настроить нашу систему по производству микросхем. Чтобы ее запустить, нам нужны Steam Cells. Которые создаются, в свою очередь, как я вам и говорил, при помощи, это у нас есть, это мы осуществим при помощи стерилизованного Growth Medium, который у нас создавался раньше. Сейчас он создается у нас, хотя Fluid Heater, ладно, он также у нас создавался. Так вот, данная жидкость теперь создается у нас через такой мультиблок. В него нам нужно будет заливать бактерии. Нам нужно будет кальциум, есть. Нам нужна соль, есть. Нам нужен будет еще агар и майнсмит. Что такое агар? Это у нас в миксере смешивается с дистилляционной водой гелатин. Гелатин, в свою очередь, получается при помощи центрифужения гелит микстуры. Гелит микстура — это у нас коллаген плюс еще фосфороксид. Надеюсь, у меня фосфор есть. Вот. Что такое коллаген? Это у нас кости. Это мясо какое-то. Ну, сульфурик оксид вообще пофигу. Вот это нам нужно. Кость. Майн мит. И здесь, опять же, он сам. То есть, вот эта пылечка, это у нас любое мясо. Не знаю, что-нибудь такое, что мы можем скушать, переработанное, отдробленное, чтобы получить его. То есть, это у нас, например, получается. Ну, давайте прощелкаем. Рыба какая-нибудь. Разнообразная. Очень большая, много разнообразная. Это у нас свининка. Оленятина. Курица. Это что у нас? Минотаврина. Говядина. Ну, короче, куча разного. И нам нужно это будет постоянно получать в огромных объемах. Жалко, что тут какие-нибудь яйца такие бесконечные вообще не использовать. Ну, в итоге, по итогу, нам нужно иметь очень много майнмита. Что касается костей, кости. Давайте поищем, вот. Они у нас производятся в фишинг-порте. Так, а можно как-то вернуться? Вот. А та же самая рыба, любая, производится в фишинг-порте. То есть нам нужен будет автор рыболов нам нужен. С разными конфигурациями причем. То есть как минимум хотя бы два. Во-первых, тут 14-я конфигурация, здесь 15-я. Это не значит, что на 15-м мы только будем кости получать, а на 14-м только ту рыбку. Нет, тут разнообразный список, что может получиться из той конфигурации. Если тут пройтись, вот 14.
15. То есть это все можем получить 16. Вот это все будем получать при разных серкетах. То есть сегодняшняя тема нашего ролика — это фишинг порт. Будем получать рыбу. Как раз закроем еще попутно с этим задание на рыбалку. Вот такой вот, например. Хотел его сделать, фишинг ойл. Вот мы его тоже закроем однозначно. Есть ли у нас задание на данный мультиблок? Это у нас мультиблок из Грехтех плюс-плюса. И мне кажется, он должен быть. Вот он. Да? Да, вот он. Надо будет его сделать, причем две штуки. 9 на 3 на 9. Ух. Авторыболов. Сразу добавляем его вот сюда. И смотрим, как он создается. Хм. Water Ticht Steel Plate. А как ты сделаешься? Опа-на. Алюминька, сульфур, фосфорус, силикон, магнезий, карбон, сталь. Это все, чтобы сделать пластинки. Хорошо. Помню, делал рыбную эту ловушку. Но не помню как. Steel Barsy. А, ну это вообще на изи создается. Ну, по факту вообще на изи делается. Какие мы здесь будем использовать с вами кейсинги? Aquatic Casing. Aquatic Casing. Так, перед этим всем еще нужно записать жидкость. Обязательно. Вот так вот. Ой, Aquatic Casing. А где он? Тут же написано, какой кейсинг. Эй, алло. All non hatches. Что-то тут пошло не по плану. А что такое какой-то кейсинг? Ну, нам придется искать. Кейсинг. Нам придется искать здесь. И что-то похожее искать. Да. Знаете, что-то мне подсказывает, что вот один из этих блоков нужны мне. Кстати, интересно, вот они исправили баг с названием к центрифуге. Кейсингу для центрифуги. И еще для какого-то, не помню, мультиблока. Ну-ка, давайте посмотрим, где он тут находится. Это мастератор, стоп. Ой, блин, глаза разбегаются, слишком много всего похожего друг на друга. Электролиз. Серратор. Ватер. Так, не то, не то, не то. Вот он. Тут у нас называется центрифьюжн. Да-да-да. Центрифьюжн. А, смотрите-ка, и здесь. Его тут тоже нету. То есть написано... Да блин, не видно сейчас. Центрифьюжн кейсинг. Его здесь нету. Значит, можем смело предположить, что это один из них. Да блин, вернись. Почему один, два, давай три? Вот, один из них — это он. Но у них крафтов нету. Давайте тогда сходим. Сходим на вторую базу. Посмотрю на название кейсинга для центрифуги. Хотя даже тут хватит. Тут у меня тоже он есть. И по нему будем ориентироваться. Возможно, там похожее название. Как-то они забыли переименовать. Но, в общем, нужно будет об этом сообщить, им сказать, чтобы изменили. А то, не знаю, человек вообще не поймет. Кейс 1. Ой, как громко. Ой, как громко. Ой, как громко. Кейс... Ха-ха-ха-ха-ха. 100% это он. Вот 100% это он. Не зря сюда пришел. Отлично. Теперь мы хотя бы знаем, как он выглядит, что он есть вообще. Опять же, данный сплав, Эгрин Стил. Везде только он, да, без проблем. Также нам потребуется еще, ну, там какое-то определенное количество. Ух ты, смотрите, тут 14, 15, 16 конфигурация. Фиш, джанки и 3 ассуры. Прикольно. Я не знаю, сколько будет быстро это работать, но мне очень интересно.
Так, нам потребуется output bus, input bus. Output bus, наверное, какой-нибудь мощный нужно будет поставить. Попробую тут супер буфер бас использовать. Input hatch, fill the water. Fill the with water. Ну, короче, надо будет и воду заливать однозначно. Energy hatch, muffler hatch, maintenance hatch. Ну, пойду тогда все это подготавливать. Мне тут всего лишь нужно смешать сейчас одну лишь пыльку. Ради этого, знаете, не хочется в данной серии тратить 3 минуты крафта на поиски и на крафт. Я сейчас это все настрою. Ну, соберу нужные компонентики и будем искать место для их установки. Ну что ж, я уже все подготовил. Water, вот. Получил уже этот данный сплав. Давайте проверим, как у нас тут работает. Ты же работаешь? Я еще просто не проверял. Что-то пошло не так. Так, как тебя тут? Автоизлечение есть? Так, дайте проверю. По зеленому каналу он отправляет. По идее, он должен сюда по зеленому. Возможно, он сбоку не принимает, да? Надо вниз, наверное, указать. Так, давайте-ка. Нам же лучше пока что с этой стороны. Так, 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 так. Помещать. Не знаю, сработало ли это. Надо проверить. Да, сработало, видимо, все остальные тоже мы пока автокрафты, так сказать, не подействуют. Ну, ладно, что-нибудь потом придумаю. Так. Как ты называешься? Ватер. Пластинку записали. О, сейчас поставим все по-быстрому на крафтики. Вот вообще шикарненько. Band plate. Как хорошо, знаете, вот иметь вот такие вот это расклады, когда ты все переименовываешь. Как я раньше без этого играл, не понимаю. Прям вообще не понимаю. Здесь нам потребуется рыбную ловушку поставить на автокрафт. Одну скрафтим. Так, какой-нибудь там молекулярный сборщик закинем. Тут место теперь у меня вагон и маленькая тележка. Когда убрал эти все провода нафиг. Ну и что тут он нам скажет? У нас все есть, говорит. Это очень хорошо. Можем как раз на автокрафт поставить тебя. Так. Эглин, 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 да? Эглин. Чего? Я не научил тебя, как делать пыльку? Серьезно? Хороший вопрос. Ну, я раньше, по крайней мере, это делал. Силикон, серый. Эглиновая сталь. Карбон. Вот. Раз. Да, кстати, нету. А, есть! А, нету. Подождите, я не понял. Что с тобой? Только что были крафты. Так, а у меня вообще там что-то есть, нет? Есть. Меня что-то, видимо, начало троить. Что он начал троить? Почему начал троить? Ну, по крайней мере, раньше там мои автокрафты стояли в одном месте с моей МЕ-сетью основной. Или, может быть, из-за чего-то другого. Подождите-ка, ты создаешься у нас еще раз в миксере. Мой рецепт должен быть через миксер идти. Значит, какие-то проблемы у меня с миксером. Какие? Непонятно. Видимо, где-то я опять что-то намудрил. Сейчас попробую разобраться. Пыльку поставлю на автокрафт. Так, вроде все остальное тоже уже подготовил. Ладно, по-быстрому пыльку и... Бежим дальше, ё-моё, какие ужасные пролаги. Ну что ж, уже все готово. Я готов продолжать. Ставим на автокрафт. Сюда. И поехали. Я не знаю, сколько нам вообще блоков потребуется. Но, наверное, поставить так на крафт штучек 100. И точно, знаете, пример... Эй-эй-эй-эй, ты остановись, а! Куда он побежал-то? Ну, надеюсь, что и хватит этого дела. Так, во-первых, нам потребуется... Фиш. Штучки 2.
будет более чем достаточно. Так, и тут у нас кейс. Кейс номер 3, 100 штучек. Дай бог хватит, а. Потом уже более подробно почитаю, что там от нас просят для стройки этого всего дела. Фиш. Так долго? Однако. Кстати, да, починила там. Ну, что я починил? Я просто перекинул ветку, которая МЕшечка идет на, просто на главную, не через... Ну, короче, по-другому сделаю, все там вроде заработало. А то она скакала, она такая подключается, отключается, подключается, отключается. В общем, бред такой полный. Не знаю, что она так тупит. Но такое бывает. Так, интересно. Даже так. То есть она проскакала и куда-то в другое место стала. Фиш. Железный сундук. Идеально! Куда же еще ты можешь это закинуть? Конечно же, только в железный сундук. Куда еще-то? Жесть. Вот теперь задача не из легких. Пройтись по всей базе, найти железный сундук. И вытащить все оттуда. Ну, это... Мне это нравится. Однако мне повезло. Я нашел. Жесть. Если честно, думал, сейчас я полбазы оббегаю. Тут мне, конечно, пришлось еще немножко с полом повозиться. Ну, не знаю, оставил ли это я, показал вам или нет. Но мне пришлось там чуть-чуть повозиться. Ладно. Ну, скрыл, переназначил. Ну, все как нужно, короче, сделал. Так. Так. Еще тебя. Так, отмена. Отмена. И еще разочек ставим все на крафт. Та-дам! И причем сразу же, моментально уже все готово. И это очень радует. Конечно, мне тут только придется кое-что подправить, потому что... Сейчас покажу, где это. О, квест комплит. Вот. Я с той ветки сюда перенес. Сейчас во хоть канал придет, сюда не придет. Надо будет потом подправить, а то сейчас мне там перестанет все жариться. Главное не забыть. И я предлагаю их поставить где-то здесь. Я не знаю, может, особые условия им нужны, без понятия. Тир первый, плюс один. Два рецепта. Number circuit, это хорошо. Контроль, бла-бла-бла. Ладно. Тут даже показано, как это должно все стоять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да. Девять туда-сюда. Давайте смотреть, что из этого получится. Я, наверное, что хочу сделать. А, стойте. Девять на три на девять. То есть, ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоять ровненько получается. Это хорошо. Углублять его или нет? Тоже хороший вопрос. Нет, углублять... Ё-моё, углублять не буду. Упс. Прикольно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять, четыре. Четыре, четыре, вот тут должно стоять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Примерно вот так должно быть. Ну, прикольно получить достижение. Вот так вот нежданно и гаданно. Раз, два, три, четыре. Вроде должно быть так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не знаю, так наобум пока поставил. Четыре. А, нет, прям ровно. Прям ровно. Пока что только одну достроим. Сейчас вот будем менять Energy Hatch.
что где должно стоять. Ну, в общем, все как сами понимаете. Нам, наверное, надо было с этого и начать не. Ну, запитка у меня, как всегда, будет сзади. Блин, вот там было сразу этим заняться. Тут вот у меня есть такие вот штучки хорошие. Ну, там я немножко просто это поколдовал. Да вообще, куда я ставлю? Тут. И здесь не надо так низко ставить. Там будет провод. Угу. Input баса, output баса. Вот хороший вопрос. Следить за этим мне или не следить? Прям очень интересно. Input бас, это что там, микросхемка будет стоять? Ну, input бас можем и тут поставить. Нет. Output. Ну, даже пусть будет даже и здесь. Раз. Два. Так, output басы. У всех, конечно же, будет свой, никак иначе. Вот с muffler хэтчами тут тоже повозиться придется. Input хэтчи, кстати. Ну, их можем поставить тоже сбоку, почему бы и нет. Просто опустим вниз, и они там спрячутся, вообще их не будет видно. Так, остается muffler хэтчи. Их, наверное же, опять же, поставлю где-нибудь здесь. Почему? Да потому что. Просто потому что. Чтобы дымили в эту сторону. Может быть, куда-то потом в другое место воткнуло. Фиг его знает. Посмотрим. Но мне тут не хватает кейсингов. Кейс. Вот тебе еще. Хотя бы один построим, посмотрим, что получится. Ну, хотя, да. Если честно, не рассчитывал, что он прям такой гигантский будет. Но хотя, с другой стороны, что, в луже, что ли, нам рыбу ловить? Вот серьезно, вот представьте. В луже ловить, а? Тут у нас прям мега-бассейн. Вот это то же самое, что купаться либо в какой-нибудь луже, либо в бассейне. Ну, ощутимая разница. Вот тут то же самое. Зачем нам какую-то лужу делать, когда мы можем вот такую штуку сделать? И я вижу, что мне не хватает очень много. Видимо, да харе, мне, видимо, придется штучек 200 поставить. Вот прям вообще ни капельки не пожалею, что так много поставил. Хотя пожалею, ну и бог с ним. Да харе. Так, ну, внутри будет, конечно же, пусто. Будем заливать водичкой тут все внутри. Ну, не сами, разумеется, не сами. В input hatch постараемся водички залить. Хотя input hatch, наверное, сзади поставлю. Почему, спросите? Там будет просто проще нам следить за количеством воды. Вот здесь. Вот. В разы проще. Угу. Другой разговор. Ну, что там кейсы? Ну вот, другой разговор. Так, нам всего лишь еще на один уровень нужно приподнять. Можно, конечно, взять чудо-палочку. Так будет быстрее. Опа-на! И все. Или нет? Что-то не собрался. 9 на 3 на 9. Внутри открыто. Open. Тут, конечно, не написано, мне кажется. Так, контроллер. Front center. Возможно, оно повыше стоит. Вот тут, наверное. Сейчас проверим. Опа-на! Собрался. И, блин, а? Все-таки повыше стоит. Я думал, почему-то, что снизу. Да куда ты? Сейчас я дотрачу хотя бы 22. Два блока, чтобы, ну, не возиться прямо с ними. Просто их проще установить, чем нежели там перекладывать, не чтобы занимали. Итого, мультиблок стоит. Наша задача сейчас это дело запитать. ПМЕшечку тут подвести. Так, туда-сюда. Я предлагаю что сделать. Поставить тут, хоть какие поставил-то хотя бы? Это 524? 524. Трансформатор, буфер. И такую вот штуку. Хоп. Тогда сделаем так вот. Так, теперь нам потребуются кабеля какие-нибудь. Примерно на... Ну, точнее, не примерно, а 524 тысячи. 6 ампер, да,
Бог с ним. Так, и батарейки. Желательно, конечно же, заряженные. Раз, два, три, четыре. Пусть будет 4 ампера. Те же батарейки? Те батарейки. Сразу запитаем все это дело. Я вижу, что я кушать хочу. Не парьтесь. Мне пофигу. Так, главное, вот здесь не подсоединить. Вот. Подсоединили. Input, 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 hatch. Не здесь. Вот он. Так, ME. Тут есть ли у меня каналы? Хороший вопрос. Ой, тут каналов-то хоть одним местом. Жуй. Мне тут хватит и 8. Поэтому возьмем. Сделаем так вот. И сквозь стеночку, как вандалы. Сейчас мы с вами протиснемся. Во-первых, раз, два. Тут вода. Я не знаю, как он будет быстро потреблять воду. Может быть, тут есть смысл, например, отдельную урну поставить им. Не знаю, но я еще посмотрю. Просто если будет очень быстро тратиться, то, конечно же, я отдельную урну им поставлю с водичкой. Так, все, водичка сейчас должна политься. Хорошо. Нам нужно будет изолента. 84. Две штучки. Ну, я просто так быстрее ее искать, нежели чем название писать. Сиркуитки, конечно же, сиркуитки. Так. У меня уже обычные закончились, поэтому сделаем таким вот образом. Сюда, сюда. Значит, тебя меняем на 14. Тебе на 15. Конечно же, я в этот в первый воткну 14. Конечно, можно, наверное, было сюда поставить. Кстати, да, давайте проверим. Можно ли? Так, есть проблема. Есть проблемы. Проблема-то есть. Я забыл maintenance hatch взять. Вот дожился. А он еще и собрался как-то без maintenance hatch. Вот как? Как это я делаю? Собираю мультиблоки без maintenance hatch. Не, зато все легально. Ну. Хопана. Все, он готов. Уже залился. Прям махом. Так, и как мне узнать, ты работаешь ты или нет? Да-да-да, ты что, ты издеваешься? То есть мне надо ее сейчас брать. Мне ее нужно сейчас обязательно в пульверизер отправлять. И как мне это сделать прям моментально, чтобы было? Это потому что тут слишком много энергии подвелся. Мне нужно как-то это сделать таким образом, чтобы отсюда это все моментально отправлялось в мастератор. Но мастератор у меня стоит там. Места сзади точно нету. То я мог бы здесь просто мастератор поставить, мультиблочный еще и все. Но это все работает. Я, конечно, могу сейчас просто вот взять и забить. Так почему бы и нет? Я же могу, а почему бы и нет? Ну, давайте. Ставим интерфейс и просто это все дело высасываем отсюда. Так, он где-то тут, вот он. Так. Я потом здесь красоту обязательно наведу. Так. Интерфейс. Разумеется, его нужно будет еще спрятать, чтобы не отображался. Ну что, поехали. Я случайно. Почему он туда-сюда так вот прыгает? Вот интересно, может быть из-за недостатка воды? Я же не слежу за этим. Типа вода закончилась? Нет, тут.
Она все равно не смогла бы так быстро наполниться. Возможно. О, вот туда-сюда. Так, смотрим, смотрим. Он забивается. Вот и все. Вот и вся петрушка. На берсерке туда-сюда. Так, ну давайте тогда это дело исправлять. Как мы это будем исправлять? Разумеется, количеством input. Блин, output басов. Кстати, в таком случае нам тут пригодится супер бас. Output. В нем может храниться 112 предметов. То есть он будет махом, ну, много себе хранить и махом давать. В смысле ты не знаешь, как это делается? Что за... Что там творится? Пистончик-то у меня вообще молекулярный сборщик. И это тоже у меня. Где-то там. Намагничивание у меня вот вроде бы здесь. Вот-вот-вот, вы видели, он отключился. Почему? Что с моей МЕ-сетью творится? Не могу понять. Что с тобой? Ты давай будешь работать нормально, ну пожалуйста. Видимо, мне сейчас, знаете, что придется сделать. Сходить к моему вакуумному фризеру, а тут достать output bus. Ну, нового сейчас пока не скрафчу, пока у меня будет такое твориться с Мишкой. Вот он. Output bus. Это хэтч. Так, не висни. Я даже тебя тут поставлю. Надеюсь, хватит тебе. А, он и так работает. Так, ну поехали, значит, пробовать. Тайм потом все равно поменяю обязательно. Но мне тут важно протестировать, как он будет тут себя вести. Угу. 112 предметов он может себе хранить. То есть, может быть, нам повезет, и 112 предметов придут, и сразу же будут отдаваться, он будет работать бесконечно. И он не выключается. И как мне там рыба? Нам же остается фильтром. Экспорт по руде, наверное. Это все дело отправлять в мастератор. То есть мы это дело. Кстати, фиш ойл я забыл. Надо будет что-нибудь еще на фиш ойл отправлять. Тут какие-то приколюшки интересные. А зачем вы нужны? Органик фертилайзер? Органический фертилайзер. Ничего себе. Да, вот просто чисто в пульверайзер. Вот тут у меня сейчас места нет. Тут нужно будет еще интерфейсы втыкать. Экспорт там. И тут даже по экспорту ничего нету. Даже так. Шина. Экспорта. Две емкости. Хопана. Хопана. Хоп-хоп-хоп. И сейчас вот должно все пойти. А, на скорость бы что-нибудь воткнуть, да? Нифига себе! В тысячах уже почти все. Ё-моё, я не усп... Блин. Это жесть. При таком раскладе на рыбу нужен отдельный массиратор, потому что у меня здесь все остальное не будет массирироваться. Так, вот это еще потом я соберу, буду кости там получать и еще всякий хлам. Посмотрим, что будет получаться. Или все-таки, да, нет. Не хочу закачивать серию. Кейс. Еще рано. Еще очень рано. Хочу посмотреть, что помимо костей здесь буду я получать еще. Прям, ну, прям очень хочется узнать. Я думал, этот второй мультиблок соберу я уже не с вами. Ну, нетушки.
Давайте вместе. Думаю, вам тоже интересно, сколько хлама будем получать. И сколько костей из этого получится. Так. Чего? А, у меня еще есть. Я уже думал, все, закончились. Это сюда. Па-бам! Даже чуть осталось. Собралась. Починилась. А, кстати, серкуитка у нас смело стоит здесь. Это хорошо. Ёперный театр. Нет, вырубайся, вырубайся. Вот что делать с удочкой у меня? Просто в мусорку. С ботинками. В мусорку. Водоросль. Биомасса. Жратва. Ну, гниль еще можно в систему. Крюки вообще делать нечего. Ну, можем отправить, конечно, на выплавку. Будем получать наггеты. А нужны ли они, меня спрашивается. Тоже в плейлазер, хорошо. Кости, нитки. Короче, по-тихому что-то будем получать. А вот пузырьки с водой, кстати. Можно определенное количество иметь, но не больше. Ух ты. В общем, тоже такое себе удовольствие. Но, зато мы сделали. Теперь мы имеем до черта рыбы. Как я там написал? Мама. Надо это будет все поднастраивать. А, и сколько мы там уже получили? Ми, вроде бы. Нет. Ми. Не вижу. Вот, 3000 уже. Теперь с ней делай, что хочешь. Псуй, куда хочешь. Получай, что хочешь. Ужас. Осталось только с костями такое сделать, но это я сделаю обязательно. Вот такая вот серия получилась у нас, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Классную рыбалку мы сегодня с вами провели. Ставьте обязательно большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал. Ну а с вами был Милтон, и встретимся уже в следующей серии. Всем пока.